Всем здорово, народ! С вами, как всегда, Юрыч, Доня, Димка, Федоров, и сегодня у нас битва за контейнеры в GTA 5. Ребята, всем привет! Всем привет, пацаны, школьник, как всегда, привет. Хотел в школьника попасть, не поверишь, не попал. Так, короче, три конта. Что у нас по тачкам? О! Короче, три контейнера. Очень крутые тачки, ребят, машина вашей мечты, поэтому выбирайте, я беру последний. Так, какой, Юра? Так, ла-ла-лей, давай третий. Ребята, мне второй протереть. Посмотрим, здесь у нас... Я не проложу. Это же моя любимая тачка. Я столько на ней катался. Универсал, что ли, дал? Да, приор универсала Димана. Мне кажется, у кого, кстати, самая мощная? По-моему, у Юрыча она самая такая богатая. Вроде бы у Юрчика, да. Юрчика что-то... Один спойлер, что стоит, вы посмотрите. Это пятерка у Юрчика, да? Я не знаю, это четверка. Но она модифицированная, да. Жестко. У меня, ребята, Самара. Ну что же, полетели на первое испытание? Погнали, ребята. Ну что ж, ребята, это просто нереальные стристракеры. Стристракеры в деле, пацаны. Вот заряженные в хлам жиги-дриги. Коломыга. И полетели. В смысле приора? Вот это ведро. В смысле приора? Чем ниже приора, чем выше горы. Слушай, а что у меня колеса не крутятся, я не понял. Все-таки, ребята, АвтоВАЗ все-таки научился делать машины. Мне что-то кажется, я зря ее занизил. Такое ощущение, как будто у меня колеса трутся просто. Она просто валит, ребята, просто валит, отлично. Офигеть, какая скорость у вас? У меня 95. 90 ровно. 97. 88. Кое-как. 98 и максималочка. Все, 92, короче. Ну, вообще, если откровенно быть, то примерно так они бы и ехали. Ну, в принципе, да, как-то так и было бы, да. Окей, ребят, записываем баллы, полетели на второе испытание. Погнали. Ну что же, ребята, следующее испытание дерби, и я очень надеюсь, что моя гробовозка должна втащить в этом испытании. Я не знаю, надо кому-нибудь хорошенько втащить, это ты правильно сказал. Все, поехали. Ну давайте, пофиг, давайте. Так, ну и в принципе... Я думал, он не усунулся, не начал. Я, кстати, тоже об этом подумал, аж сердце в пятки ушло. Не, это было вообще фейл, реально. Это было крайне угарно. Толкай его, толкай. Да что меня-то? Нет, я и так вот самый медленно ездил. Что-то, короче, они такое, по динамике. Вот это хорошо. Вот это вот мне нравится. Давай, Юра. А вы что против меня ополчились? Да слышь, я на одной месте стою, дай развернуться вообще хотя бы. У тебя больше 7 баллов просто. Да. Не-не-не. Господи, что за трактор-то, а? Тыр-тыр-тыр осталось только повторять. Мы даже не можем никого вытолкнуть на самом деле-то. Ну да, мне кажется, это самое имбовое дерби. На не, тебя ну, задницу! Принцип... Опа! Давай, немножко не хватило! Да какой немножко? Немножко не хватило! Там прям конкретно немножко надо было. Да-да-да. Ох ты, нифига себе, Доня улетает, смотри. Ой-ой-ой, да, кстати. А мы, кстати, Доню не били вообще ни разу. Давай он. А то он такой, короче, из-под тяжка меня раз ударит, два ударит. Да кому заехать, а чего вокруг меня крутить? Я не знаю, ребят. У тебя голова крутится. Так, Доня поймал. Ничего ты меня не поймал. Опа. Вот нифига, они так очень интересно отвлекают друг от друга. Он вообще видели, даже не да? улетел. Блин, как будто так. Об мячики бьемся, ей-богу. Да, они прям максимально стираются. Пацаны, ну что за балет вообще? Короче, я предлагаю обоюдно ничью, потому что, ребята, АвтоВАЗ какой-то... Кстати, Донни выкинуть можно, он хорошо отлетает. Идите нафиг. Донни прям вообще хорошо прыгает, это самое слабое звено. Идите в сраку. Ты сказал, идите в сраку. Срагатан, блин, ну я даже не знаю, слушай. Че, это единственное дерби, где у нас будет ничья? Возможно, кстати, да. Давай! Вытолкай. Юра, ты где, блин? В смысле сразу не понял? Крылья заработали, смотри, ты видел, да? Ничего не будет, да? Ну что, давайте мы теперь с лучиком ничего сделаем? Ну конечно, меня вытолкнули, так сразу можно ничего. Да мы уже здесь катаемся. Ладно, конечно, делайте ничего, так уж и быть, пускай мне будет один балл. Ну это вообще люто. А получились против меня, короче, понятно. Ладно, давайте сейчас с Юрчиком, да, полетели дальше. Да, такое, ребята. Это бан, пацаны, вам. Ну что, ребятки, испытание съезда с горы Чили от прямиком к каннабису, ребят, поэтому... Так, Грин уже пошла, пацаны. На таких машинах хоть за каннабис. Я токен, пацаны, я немножко не то, да? Я не токен. Ты дым кинул вроде, да? О, все, пацаны, теперь пошло. У школьника нету вообще оружия, мамка отобрала. Так, и... Ну тебе и не положено. Все, поехали. Слишком молодой и юный для этого. Тихо. Я все понимаю, Донни, но как бы тут я толкну тебя немного. Прикинь, что только что произошло. Я каким-то образом умудрился бампером врезаться и отлететь вообще. Она вообще капец как хорошо выруливается, но, блин, вот это вот мне не нравится особо. Так, где Юра? Юра далеко, нет? Не знаю. Я колобок, короче. Такой. Тормози.
Самара. Только не перевернись. Я понял, я, короче, был главным вдохновлением сказки про Колобка. Это вот инфа-сотка. Да? Инфа-сотка, я ударился. Ты тоже, я смотрю, да? Как бы, ну перевернись, ты дура. Тихо-тихо-тихо. Пацаны, в последнее время это для меня просто испытание, которое сделано. Все, изи, я еду. Я пока еду, и там Юра вроде бы тоже едет. Я через два вылез, потому что я между сосен застрял. Ну тогда, короче, понятно, да. В принципе, ты уже закончил, да? Ё-моё. Ну как закончил? Я еще еду. В смысле, ты через два? Нельзя. Ну а что я сделал, если я между деревьями? Он оставался. Я оставался там же, и все. Как бы ты все равно на последней позиции, и я приехал. Это дисквалификация. Ну ладно, ладно. Черт с вами. Я слишком жирный. Записываем баллы и полетели дальше. Ну что, ребята, время для вторых контейнеров, и там вас ждет большой сюрприз. Выбирайте. Большой-большой сюрприз. Я первый буду. А мне, ребят, третий. Погнали смотреть. Что у нас там? Калятрон. Да ты серьезно? Опять это же говно, что ли? Невеста выпала. Вообще-то, подожди, полукалин. Не, ну это бан, это одна и та же машина. Чё? Это ублюдок АвтоВАЗа новый? Это одна и та же машина, я серьезно говорю. Я знаю, что это одна и та же машина. Чё за прикол-то, алё? У меня, короче, Гранта седан новый. А мне, короче, а что это за новый ублюдок, реально? Ну, это бан. Гранта универсал какой-то. Калина, бля. А, это Калина, что ли, новый? Погнали, короче, это прыжок сделаем. Я не знаю, на них. Да, ребят, погнали на прыжок с трамплина. Скорость такая нормальная. Ну что же, ребята, первое испытание для наших малышек. Я, наверное, уже поеду, потому что мне стыдно. На свой розовый. Бля, да, да. Так. Да, пацаны. Диман, осторожно. Тихо-тихо. Чего? Чего так идет? 150. Какие 150? 180. Сколько? Ублюдок тащит 190. Меня Юра догоняет. Меня Юра догоняет. Ёпта, да, 210. Сколько, Юра? Сколько? 240. 220. Чего? Он там что-то не развалился, у меня только 200, пацаны. У меня обошел, он меня просто обошел и врезался во что-то, и я вроде бы за ним лечу, да, как бы, да, но он мне, далеко. Ты мне, да. Ты мне немножко жопу, короче. Да? Ну, тихо-тихо-тихо. Вообще... Вообще порядок. Ну, перейдите, ну, пожалуйста. Я просто столько кульбитов сделал, я думал, я тебя облечу. Не, знаешь, ребята, вот если, конечно, сравнивать с приоркой, то все-таки здесь получше. Сразу краш-тест наших, в принципе, гранат устроили. Ладно, погнали, следующий. Записываем баллы, полетели дальше. Ну что, ребята, битва Лады против Лады против Лады, ребят, да. Так, я сейчас кидаю уже Грену, так. Димон, конечно, розовый, прям мега брутальный. Заехал к Сушу, мне это как Зибиту. Мексикашка так офигенно смотрится в этот, туда поехал. Димон, фейсторд. Да, 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 все. Ну это бан. Это как на съезде. Ладно, я тормознул, все, да ладно. Да я случайно, ну такое бывает. Ладно, что ты уже. У АвтоВАЗа что-то какие-то проблемы, тем более у Гранта. Сцепление само, да, да, да. Робот так. Шалит слегка. Вау, самолет, ты что творишь? Кто там, я что на двух колесах только что, прикинь, зашел в поворот. Так, ну я тут вроде бы пытаюсь так, что-то как-то... Ты, Гранта или Калина, кто-то вообще такой? Я слушай, а что вы так хорошо едете? Ой-о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 й-
управляемости беда. Да ты задолбал! Ты что, дядя, я не понял! Ты кого тут обогнать захотел? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну как ты врезал? Блин, лысый! Собака лысая, я бы тебя пристрелил! Каким-то боком у Димона скорость больше. Я не знаю, дядь, я просто розовый. У меня спорт грант, у меня гранта спорт, пацаны. У тебя автоваз, дядь. Чё ты надеешься? Я не понял. Питер и все, что из этой серии, хорошо себя показывает только на прямой. И то это не спринт, а именно трамплин. У меня 76 на прото, все больше не едет, Олег. У меня 62. 68, кое-как. Понятненько. Ну я все, я сильно отстал. У меня 75. Я ну, в принципе, 79, ну, вот мы с Димоном как 83. Бы вместе идем. Ёпта, бей. Димон хорош. Спасибо ботам за то, что они... Господи, два осталось. Давай. Тихо-тихо, дядя, хорошо, что ты ошибся, хорошо, что ты ошибся. Я не хочу больше ошибаться. Давай. 80. Гранта, поехали. Да 90, ты чё, сейчас взорвёшься, Алё? 100 миль в час, братан, ты чё? Алё, я тут по 30 ползу в гору. Ну это мы вниз уже едем, это мы вниз, да, уже. Тихо-тихо-тихо-тихо, главное не перевернуться, так, порядок. Не, ну, в принципе, опять первое место, чё, я думаю... Опять первое место, говорю? Ничего не должно измениться уже, да-да-да. Обычно я когда-то говорю, я занимаю последнее место. Мой дед бы был рад такой тачке, но явно не я. Как говорил мой дед, я твой дед. Я твой дед, да.
Вы вообще уехали, вы смотрите куда, алё. Ну, ну ладно, да, бать, не расстраивайся, все изи, я ж тебе говорю. Эти тачки тут просто вот как влиты на самом деле. Влезу, вух, влез, маленький. Я тоже влез, вообще порядок, вообще порядок, вообще порядок, вообще порядок. Оу, боты, боты. Врезался, нормально, нормально, нормально. Не, хорошо, не, я не врезался. Юрчик убрался, кажется, да? Да, короче, полная. Ну, бывает. Блин, не, на самом деле я вообще прям с Димоном шел, прям вот хорошо, прям очень рядом шел, но максимально. Ну и ты там что, ты прям. А, да ты прям вообще рядом-то я. Да, я шел около тебя, ты я тебя даже не. Ну, нормально, нормально, как бы вообще мне нравится. Ты что стреляешь, дядь? Ты что стреляешь, не пора? Мне еще километр ехать, вы понимаете? Ладно, идем тогда Юрчика, что ли. Ну, это вообще-то херня полная. Да, давай, да не расстраивайся, рандом, рандом, братик. Рандомчик. Рандом, да. Давай, ну что ж, ребята, последнее испытание, прыжок вниз, погнали уже. Ага, давай, 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 let's go. Мне это не единственное, что у него получается, это падать вниз. Да, вниз, вниз, он опа, падает, опа, хорошо. Подожди, а что я так? А что ты, как ты вообще полетел? Только не в сосну! Сосни! Не, нормально, кстати, я полетел прям вообще хорошо, хорошо. Только не сосну. Тихо, тихо, тихо. Так, ну на самом деле непонятно, что происходит. Мне Доне не нравится. Так, 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 пацаны, 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 спасибо, спасибо. Да нифига я Димке присунул просто. Забери меня с собой, вы что, без меня улетели, молодые. Нет, пока, 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 пока. Димон просто оценил, наверное, этот толчок. Тихо, тихо, да, 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 мне прям понравилось, так нормально. Димон. Димон соснул. Так, я в итоге застрял, он дальше улетел. Я еду еще, я еще даже не снизу. Я в самый низ еду, ё-моё, что он делает? Пацаны, походу, автоваз сделал что-то хорошее. Это я хорошее сделал, братан, я тебя хорошенько так вдарил вообще. Посмотри, я в самый низ лечу. Я не знаю, ты врежешься сегодня, дура? Не, ну это бан. Ну это бан, да. Это бан. Короче, я думаю, считай баллы, что ли, я пока еду. Пятерка умеет, получается, прыгать с больших высот и еще хорошенько кому-то в задницу лежать. Это топ. Волшебный поцелуй от Юры, короче. Это топ, это просто топ. Ясно, давайте. Погнали. Давайте запишем баллы, да, потом пойдем дальше. И мы посчитали наши баллы, и сегодня получилась такая картинка. Юра получает свои 11 баллов. Да, и, ребят, чтобы вы знали, всю серию была одна и та же машина. Всю серию. Да ладно, это не жалуйся, господи, ну ты же сам ее выбрал. Ой, где текстуры? Ребята, второе место занимаю я, у меня 12 баллов, поэтому, в принципе, порядок, ты остался порядок. Всего на 1 балл. И, чё, и Диман сколько? 15 баллов. Вау, вообще. Ой, школьник попал в ДТП, шок. Чисто, ребят, чисто затащила розовая тачка у Димона. Вообще вот такая, ребят, с ним получилась лика. Если вам понравилось, то ставьте лайки и в комментарии предлагайте свои варианты, какие машинки поставить в контейнер. Ну, всем удачи и всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока, ребята.